продолжение. Третий съезд. Подожди. Иногда стоит так грустно, он даже клоняет. Трас спит еще. Через 300 метров возьмите правее. Возьмите правее. Правее, а сама рисует налево. Приготовьтесь, через 600 метров возьмите правее. Потому что правее. Вот смотри, далее. Рисует сюда, а говорит правее. Через 600, мы еще 600 не пройдем. Через 250 метров возьмите правее. А Лаздияй. Угу. 134-ю дорогу. Угу. Ты записываешь? Записываю. Лаздияй. Ну нет, ну сейчас вот это мы заканчиваем. Вот Лей Палингис. Записала? Река Сейра. Возьмите правее. Лей Палингис. Продолжайте движение. 11 километров. Дорог 134. У нас 130. Река. Так неудобно, что ты в строчку пишешь. Ты их пиши прям столбцом, что ты экономишь. Столбцом кого? Ну все, все записи. Ты все в строчку лепишь, ничего не поймешь. Жунай написать, ну запиши. Сау Жунай. Сау. Там сад, по-моему. Сад. Сад запиши.
через 5 через 5 километров. Ну вот этот сам, кстати, у нас здесь закончился. Написаешь? Нет. Можешь проверить, назвать. Сад Джудай, да? Да, да. Ну что, дорога приятная. Помещается пылище. Экономит. Это сайт причуда. В Эстонии тоже. Озера, в общем, здесь, что Польша, что Литва, наверное, Беларусь. Да. Там вообще видно будет. Ну, там сзади. Сейчас через мост поедем. Поверните направо. Продолжайте движение. 19 километров. Анча. Анча. Ох, широкая, смотри какая. Ты хоть посмотри. Большой.
закончился.